веков человеческая мысль проникала сквозь пространство и время, строила грандиозные планы, выдвигала фантастические проекты. Но проходит время, и то, что казалось невозможным, сегодня является частью повседневной жизни. Мобильный телефон. Раньше это была фантастика. От эскизов Леонардо да Винчи до первого вертолета Сикорского прошло более 400 лет. От полета мысли Циолковского до первого шага человека в космос – 150. Сейчас мы стоим на пороге нового прорыва человека, и в наших силах приблизить наступление нового будущего. Будущего без аварий, без пробок, без загрязнения окружающей среды. Будущего, где транспорт безопасен, экологичен и быстр. Фантастика, скажете вы? Я говорю, это реальность. От идеи до воплощения – длинный путь. 36 лет разработок и расчетов, изготовление моделей и опытных экспериментальных образцов приблизило нас к ключевому этапу – сертификации транспорта, а затем к воплощению – строительству транспортных систем. Да, и еще. Одна акция сегодня, завтра может стоить миллион. Фантастика?